Друзья, всем привет! 31 декабря, крайний день 2023 года, Ярополк приехал в купель. Не ездили мы 2 месяца, объясню почему. В ноябре я немного заболел, потом выздоровел под конец ноября и боялся окунуться, потому что 9 декабря мы делали масштабное мероприятие, я боялся заболеть, так как иммунитет еще не восстановился. Но сегодня все плохое я оставляю в этом году за счет того, что вода, она все-таки энергетическая, святая еще, к тому же вода смывает очень много негатива, я искренне в это верю. Сегодня, повторюсь, крайний день, но сегодня еще называется Международный день принятия решения. Но наше закаляние мы посвящаем предстоящему Новому году. Поехали! Круто! По традиции попить водички. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю вам счастья, добра, ну и чтобы все было хорошо в Новом году. А для России что вам пожелаем? Для России процветания! Процветания! Победы! Победы! Или холодная вода все мысли убрала? Да. Давай, поехал. Раз. Где? Миша, молодец. Всех с наступающим Новым годом! Желаю скорейшего восстановления мира на нашей земле, чтобы бойцы наши быстрее воссоединились со своими семьями, жили счастливо. Всем добра. Давай. Желаю всем счастья, благополучия и добра в Новом году.